неловкие движения в прощальном вальсе. И не потому, что гранит науки – серьезный барьер для репетиций, свободного времени мало. Этот день особенный. Вот выпускники нервничают, что даже слова выступления забывают. Любовь свою всем поровну деля. Спасибо. Запасы теплоты и доброты. И от своих... своих выпускников на память. Примите наши скромные цветы. Эта аудитория им все прощает. Так было все 11 лет. На пороге выпуска в 4-й камызякской школе 121 человек. Каждый третий 11-классник претендует на медаль. Чем не повод для гордости? Поздравить выпускников приехал председатель областной думы Игорь Мартынов. Он выбрал для визита камызякскую школу не только потому, что работал здесь не один год. Это день особый для выпускников, которых ждут итоговые экзамены и поступления в другие учебные заведения. Дорогие ребята, у вас в жизни хороший старт, потому что вы учитесь, наверное, если не в самой, то в одной из самых лучших школ Камызякского района, Астраханской области. Эти звуки вызывают слезы даже у самых сдержанных. После школы некоторые выпускники камызякских школ выбирают для обучения местный сельскохозяйственный колледж, либо ПТУ. Но большинство стремятся в астраханские вузы. 30 километров для кого-то кажутся непреодолимым расстоянием. Ведь еще совсем недавно они были вместе, буквально плечом к плечу за одной партой. Я еще пока что буду продолжать учебу здесь. 11-классники все уезжают. Может быть, в Астрахань, кто-то другие города. Я не знаю пока что, но ребята точно все уезжают. Очень буду скучать по людям, к которым я привязалась, которые играли большую роль в моей жизни и которые все время находились рядом со мной. Какую роль сыграли в вашей жизни? Они взрослели вместе со мной, они поддерживали меня, они учились вместе со мной, сидели вместе за одной партой, поэтому я не смогу просто так их отпустить. Выпускные экзамены как возможность забыть о предстоящем расставании на месяц и погрузиться в атмосферу бессонных ночей и волнительного ожидания объявления результатов. Ну а после выпускной бал, и разлетятся выпускники по городам и вузам. Артём Лепехин, Руслан Асанов, Центр новостей.